Так, грузовой трюм. Так, ладно. Верстак, верстак. Что там у нас по узлам? Три узла. Ой, тьфу, три узла. Один, ноль узлов. Так. Давайте сразу отсюда их, наверное, минусанем. Вот этих вот. Нет, этого нет. Этого надо вот этим. Только осторожно. Мне даже плазменным лучше, точнее, чтобы было. Так, лучше, что вот давай. Так. Или урон по ним... А, вроде идет. Сдох, да, нет? Вроде все. Так. И вот еще ходит. Все, красавцы. Блин, заглючило. Теперь у меня капслок будет нажат. Ну-ка. Вот, теперь все. Так. Вижу уже ящички. И большое пространство достаточно. Много всяких. Опа, вот эта вентиляция мне очень нравится, потому что она какая-то заминированная. Из нее могут выскочить... И прям, блин, этот звук. Что за звук? Звук Левиафана. Давайте проверим, если я сделаю так. Да, используется сначала маленькая птичка. Очень умно придумано. А в третьей части, по-моему, такого нет. Так, ну с этого 900 выпало. Так, а нам туда... Сейчас, погоди, надо собрать трофеи. Знаете, какие лопасти, какие пропеллеры. Так, с этого аптечка средняя я. Здесь ящики у нас дают нам 6 плазменных и 1000 кредитов. Так, вот еще. 25. 1200. 900. Так, это перезарядить. Все, остальное перезаряжено. Давай, погнали. Что у нас там по патронам больше всего? А, ну вот, импульсную еще дотратим. Сколько у нас получается? 159 получается, да? Скорее всего. Давай, чпонькс. 1000. И еще 800. Уже, наверное, 100 тысяч у нас. А, тьфу, 39. Давай же быстрее, что так ящиков много тут. Патроны нам пихают. Слушайте, что это они? Включай. Че, обелиск? Мне кажется, не все так просто. Сейчас какой-нибудь сбой будет по-любому, нет? О, вот и обелиск. Сейчас, Айзек, самый главный, с ума не сходи. Доставка объекта. А, его еще двигать надо. Необходим кинетический... Я же говорю. Опа! Ни хрена все. Вот что это за звуки были. Блин, давай быстрее. О, вообще, знаете что? Смотрите, трех пал какие-то. Спасибо, что сообщил о своем присутствии. Своими рыками. Так. Блин, он медленный какой-то. Блин, попал мне в этот. А, как и знал. Ладно, давай вот этого. Что делать? Блин, еще и этим. Опять ты. Скоро завалишь. Твою налево. Че, он упал? Нет. Заряжай. Нет, все, патрон нету, наверное. Ой, как я силовой пропустил. Я тут, может, не был. И тут я, походу, не был. Да, этот не был. Надо, может, стазиться? Давайте попробуем. Сейчас попаду. Да. Вот, все, наконец-то. Так, и это перезаряжаем. Нормально. А вот эти мелкие, они тут тоже сдохли от взрыва или нет? Или где они? Ну, надеюсь, да. Да блин.
Это, наверное, будет продолжаться, пока что я не... Да, на него бесполезно стоять. Пока что я, наверное, не передвину этот обелиск. Еще один, что ли? Нет. Еще один. Да, сложновато будет. Очень сложновато. Блях ты мой. Давай, 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 Кларк. Давай вот этим. Бам. 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 Давай бамкой. Еще давай. На максимум. Там главное еще. Нет, 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 только не прыгай на меня, урод. Блин, да сколько вас тут? Я не знаю, какими патронами долбить вас. Офигеть, где жирный? Еще жирный где-то. Вот он, ползет. Нет, 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 только не выходите, ничего там. Давай, пожалуйста. Быстрее, быстрее, быстрее. Хочу, чтобы это закончилось фигня. Чтобы не было больше никаких сюрпризов. И некроморфов. Так, надо сразу все перез... Во-первых, надо еще стазис восполнить. Все, надеюсь, да? Идет доставка объекта 782 в отсек ангара. Фу, ну это тогда легко. Прибыл нормально. Лифт. Обелиск хранится в ангаре. Теперь ты сможешь погрузить его в шафу. Поспеши. Давай, вдохни. Блин, началось. Указывай жало. Ну давайте, ну. Да сколько вас ударить надо? Какие-то длинные стали некроморфы. Опять, блин, а? Это вообще бесит. А, я же его не убил, наверное, поэтому... Так, оставим, будем вот так разбираться. Давай. Ну, давай. Раз. Охренеть. Так вот, кто тогда вышел с ним. Давай. Ну, это не страшно тогда. Хорошая все-таки. Такая массивная. Для большого количества врагов. Так, куда нам сейчас? Назад, что ли? Да, назад. Так, а что там у нас по патронам? Угу, понятно. Вот не зря, не зря все-таки. Что-то я там делал. Наверное, закупался, да. Ну что, верстак, с тобой мы сейчас немножечко поверстаемся. Давай-ка мы возьмем и куда-нибудь засадим силовой узел. В лазерную, может быть, начнем. Или X продолжим, кстати говоря, можно увеличивать здоровье. Стазис, кинезис. Кинезис, что нам, радиус, да, только. В будущем будет еще и урон. Ну давайте тогда будем продолжать X качать. Все равно мы будем, наверное, продавать эти пушки наши. Не знаю, в общем. Подумаем. Так. Сохранимся после этого всего еще разочек. Альтернативное решение, по-моему, глава называется, да? И нам сейчас... Слушайте, а нам подожди... Я восстановила питание лифта. Поднимись в ангар и погрузи обелиск на челнок. Я отправляюсь на причальную палубу. Черт! Мне придется лететь туда на всех парах. Пожелай мне удачи. Давай, удачи. Уже вы меня просили желать вам удачи. Так, магазин. Магазин нужен он нам. Да. Так. Что-то у нас. Большая, средняя, стазис.
Плазменная, лазерный. Лазерный вот этот продаем. Давайте возьмем плазменную. У нас уже получается 17. 23, да? Да, 23. Давай еще. Нормально, да? Плазменная энергия. Еще тогда. Еще сколько нам? Все. Сойдет. Импульсную не будем. Подберем, может быть, на пути где-нибудь. Насобираем. Так, отправиться мне нельзя. Интересно, что будет, если я туда зайду. Да, ничего. Ладно. Ладно, ладно. А, да, мы... Ну да, все. Так. Да, места много чего. Можно было даже еще закупиться. Скорее всего, это последний костюм, да. Потому что, обратите внимание, как много ячеек свободных. Что это сейчас было? Я что, не нажал, что ли? А, как много свободных ячеек в рюкзаке. Больше некуда уже. Некуда больше ячеек-то освобождать. Все, максимум. Так, нам туда. А тут у нас что? А, ну тут туалет, ну значит нам сюда. Честно, нам когда-нибудь какой-нибудь здоровый некромор будет хоть раз ждать в туалете? Че, больше ничего, да? Да и все, выходим. Только один раз мелкие эти некроморфы, мелкие твари ползучие эти ждали нас. Так, ну вот, собственно, мы вышли из двери. Мы вышли на самое начало игры, кстати. Самое начало, когда мы только сюда прибыли первый раз. А, ну я так и знал, честно, подозревал. Так, тут все патроны. О, смотрите, некроморфы старые. Розовые эти. Я желаю, чтобы никаких быстро бегающих не было. Ну давай, бам. Давай, вот так. Вот так. Так еще. Эй, что за? Я не вижу ни хрена, блин. Капец, он выпал вообще, молодец, да? Нифига не видно, блин. Да долби ты его. Да это он, что ли, защищается? Я не пойму, че, кто меня долбит? Карантин снят. Отлично, карантин. Карантин, капец. Придумали, блин. Да тут везде надо карантин поставить. На каждом коридорчике некроморфы есть. Так, смотрите, эта дверь открылась. Отлично. Я собираюсь пристыковать шаттл. Надо быть очень осторожным. Очень. Задание выполнено, мне написали. А, ждать, наверное. Теперь я могу подвести челнок. Автомат загрузки не отвечает. Тебе придется отключить гравитацию и вручную подвести обелиск под днище челнока. Я даже знаю, что там будет. Ну, как я ящик отпустил. Ну, короче, видите, в самое начало мы вернулись. Да. Так. Что тут у нас? У нас какие-то ходы, какие-то лестницы. Зона невесомости. Ага. Ну, ясно. 1200. И два патрона на лазерный пистолет. Так, ну чё, будем подвозить его здесь. Да, тут уже баллоны, вон, видите? Значит, не зря. Тут будет какой-то, наверное, замес сейчас, пока я буду подвозить его. Так, ну нам спрыгивать надо. А, можно и так спуститься. Мы же можем ходить по стенам. Вот, к примеру, сейчас покажу, если здесь сможем забраться. Нет, здесь не сможем. Нужно плавный, нужен сход. Так, здесь у нас патроны, аптечка, нет, кредит, а здесь есть тоже кредиты. Да. Так. Вот гравитация, отключенная гравитация, да еще и без кислорода, вот это да, это
Это не очень круто. А вот тут хотя бы есть много времени. То есть... больше шансов. Так, значит, нам здесь придется что-то, видите, крутить, чтобы обелиск, что ли, подвести. А, ну да, да, да. Как же без вас-то? Смотри, сколько их много. Что это такое вообще? Ну-ка. Да, как они так уклоняются? Охренеть, их смотри, сколько их. Офигеть. Ну-ка, давай, ладно, резак бери. Будем резать их. Первый готов. А, нет, второй уже. Так, еще где-то. Все, все сдохли. Так, ну давай трофеи, что. Блин, раскидали свои трофеи, непонятно где. Собирай теперь. Да. Все-таки в любой непонятной такой ситуации нужно брать плазменный резак. В любой критической ситуации, скажем. Так, тут вы нам что приготовили? Стазис. Отлично. Стазис без причины не дают обычно. Так, и ящички. Это куда ты? Патроны. 1500 кредитов, по-моему, если не ошибаюсь. Так, а его что, еще переворачивать надо? Или нет? Попробуем. Че, как я его двигать? Только начну некроморф попробовать сразу. Фиг знает. Надо его переворачивать или нет. Давай. Слушайте, походу... Не знаю. Ладно, давай. А мы там наверху, что ли, были? Откуда его спустят? Наверное, из-за этого... Из-за этой дверью он был. Да, вот тебе это самое. Теперь можно вот так вот поставить. Подожди, и чё? Кажется, я начинаю догадываться, что нужно делать вот так. Еще чуть-чуть дальше. Да блин, ну как далеко-то еще? Все, наверное. Теперь вот эта тема, да. Давай, иди. Че, он никак, что ли? Да не, он должен. Да, отлично. Раз. И все. Так куда ты пошел? Да, значит, все правильно делаю. Я слышу эти мерзкие твари, где они? Вон они. Вылезли. Давай, иди сюда. Давай. Раз. Нет, мимо. Да блин, пока она долетит. Ладно, пока перезарядимся. А, вот баллоном еще жахнул. Да блин, бери ты его. Что, никак что ли не берет? Что ж ты делаешь-то? Давай. Перезаряд быстро. Бам. Еще давай. Отлично. Я же говорю, на импульсную дадут. А все, патронов нет, да? Да. Ну что, давай. Давай дальше. Че, собственно? Плазменным надо играть. Двигаем. Здесь тоже надо крутить сейчас. А, подожди, здесь ты крутить-то и не надо. Здесь уже все. Я вначале крутил тут уже. Началось, блин. Давай, раскрывай жало. Так, я думал, он дальше побежит, заранее стрельнул. Пробивная какая штучка стала. Но это там потому, что они, видите, не черные. Морфы эти мелкие, головастики. Бошки. Все, задание выполнено. Теперь назад, наверное, да? Все.
Я на месте. Все еще никак не заставлю работать чертов автомат погрузки. Айзек, верни гравитацию, тогда я смогу загрузить обелиск. Давай, че. Зона гравитации. Идет погрузка объекта 782. Че? Он на борту. Пожалуйста, полетели со мной. Вместе мы сможем остановить разум Роя. Мы это дверь открой. Прекратим этот ужас. Наконец. О. Сюда! Поспешите! Времени почти не осталось! Мы должны стартовать! Чё? Стой! Амелия! Ты куда? Стой! Никого показываешь-то? Предательница, что ли? Походу, да. Прости, Айзек. Мне жаль, что так вышло. Я должна быть благодарна за то, что он нашел обелиск. Мы даже обошлись без помощи USM Вейлора. Кстати, спасибо, что помог мне его найти. Мой отдел искал это место уже очень долго. Видишь ли, Кейн даже не догадывался, что весь этот хаос сотворило правительство. И что вся планета была одним большим экспериментом. Обелиск? Божественная реликвия? Ты неправильно трактуешь. Его создали люди. Просто скопировали с настоящего инопланетного обелиска, найденного на Земле пару сотен лет назад. Откопали, изучили, воспроизвели с точностью до деталей. Привезли на Эгиду 7 и включили. И вот ты видишь результат. Сплошная череда кошмаров. Самое мудрое, что они могли сделать, объявить систему запретной. Но тут появилась CEC и начала разрывать планету по кусочку. Но эксперимент все еще не был окончен. Кейн был прав насчет разума Роя. Обелиск его сдерживал, но сейчас это уже не имеет значения. Обелиск у меня, а вся эта система может катиться в ад. Если для тебя это что-то значит, ты проделал отличную работу, Айзек. А теперь прощай. Люблю тебя. Айзек, это Николь. Ты должен помочь мне. Ты должен помочь нам. Тимираж. Я в диспетчерской. Пожалуйста, поторопись, молю, Айзек. Я люблю тебя. Отлично. Я иду развлекаться с тобою. Куда нам дальше? Давай. Та-ра-та-там. Видимо, дверька открылась. Оу-е. Николь. Что ж ты? Сразу ты мне не сказал, что ты там. Я же подобрал. Диспетчерская. Че это там такое? Понятно. Ах ты мразь, не смотри, что делать. Упай, давай, на ступени. Да блин! Откуда?